решил ощутить вот эти ощущения свободного падения, практически свободного падения. Конечно, страховка и охрана труда здесь никто не отменял. Так, а то есть она не это, там не перепутается же, да, ничего? Если ты не будешь сам намазывать. Так, то есть оттолкнулся и туда? Да. А здесь ничего не это, не... Сейчас. Женя, это реально эмоции. Они аж просто зашкаливают. То есть, а меня будет болтыхать, да, туда? Блин, нифига, аж пожилки будут ресурсы. Так, туда, и меня туда относят. То есть, а сила, ну, вот так она дергает, ну, когда... будет переход, когда довольно чувствительный, но не прям сильно. Не прям сильно. Не об этом думаешь. Вообще не думай ни о чем. Че, посчитай тебе? А? Считалочку, может? Считалочку? Нет, считалочка плохо заканчивается. Да. Все, Жень, молчи. Да, чем дольше стоишь, тем... Да, тем дольше стоишь. Что-то ты маленький какой! Давай, ищи! Могу! Сейчас! Да, сейчас! Это же ответственный шаг! Я, наверное, больше ничего не захочу в жизни. Так, то есть руки расшири, да? Все меня держит. Ничего не надо бояться. Все хорошо, все замечательно. Блин, да ну нафиг. Да я вижу, наблюдая. Фу. Нет. Жень, молчи. Это ответственный шаг, реально ответственный прям. Я наслаждаюсь. Я уже устал, блядь, когда ты прыгнешь, блядь. Фу. Да. Согласен. Это прям вниз просто наклоняешься и летишь. Да, можешь шаг сделать, можешь прыгнуть. Шаг. А как отцепляться, скажите? Там кулачок надо вниз отвести. Ладно. Короче, ты не прыгаешь, да? Нет.
ну,